Один из самых активных вулканов на планете очнулся от спячки. Более 5 облаков пепла высотой до 8 километров над уровнем моря выбросил вулкан Безымянный. Об этом сообщила Камчатская служба реагирования на вулканические извержения. Шлейф от выброса распространился в северо-восточном направлении. Населенные пункты в том районе отсутствуют. Вулкан сразу же получил оранжевый код опасности. Это означает, что он представляет угрозу для авианавигации в том районе. Напомним, что последнее извержение Безымянного произошло в 2012 году. В ноябре прошлого года его активность резко увеличилась. Вулканологи с тех пор ожидали нового извержения. На данный момент Безымянный считается одним из самых активных вулканов в мире. Его высота почти 3000 метров. Он находится в 80 километрах от поселка Ключи.